Всем огромный привет! Вы на канале Анастасии Флешко, и сегодня будет видеообзор на детскую одежду от компании Мариша. Ссылку на этот магазин я оставлю внизу под роликом. Итак, давайте приступим к распаковке. Ну а также я для себя заказала домашний костюм. Итак, давайте сначала я начну с детской одежды. Я включила свет, так будет лучше видно. Итак, вот такой джемпер для девочки, шнуровка. Заказывала на размер 122, Олесе сейчас 6 лет. Здесь шнуровка синяя. С обратной стороны выглядит это вот так. Детский трикотаж Мариша. Ткань приятная. В принципе, хороший джемпер, мне понравился. Торчат нитки, но это не беда, можно обрезать. Строчки ровные, сшито аккуратно. Я довольна. Цена этой кофточки 310 рублей. Я считаю, недорого. Далее костюм для девочки «Булавочка». Размер 122. Теплый костюм. Стоимость 540 рублей. Костюмчик утепленный. Молния хорошо работает, я уже проверила. И здесь вот такая вот подкладка, типа флис, наверное. И вот такие вот штанишки. Кстати, они тоже утепленные. Вполне хорошего качества. Тоже такие мягенькие и очень приятные на ощупь. Также я заказала несколько детских летних платьев. Вот это платье крошка, размер 122. Вот такое милое платье с котиками. Сшито хорошо. Материал здесь тонкий, но на лето как раз самое то. Строчки ровные, и здесь еще вот такое украшение, бантик с ленточкой. Далее вот такое красивое платье с бабочками, называется Ариэль, тоже на размер, это уже 128, я заказала побольше. И тоже такое, в принципе, здесь ровные строчки, на лето гонять во дворе, дома, самое то, 170 рублей, недорого. Далее велосипедки черные. Ну, вот такие обычные велосипедки для физкультуры. В садик, потом в школу понадобится. Строчки ровные, отличные велосипедки за 100 рублей. Далее вот такие красные шортики, размер 128. На лето гонять самое то. Удобно, практично, ткань мягкая. Вообще, это все детский трикотаж, 100% хлопок. Стоимость 150 рублей. Далее вот такой вот должен быть очень красивый джемпер для девочки. Сейчас распакую. Джемпер действительно очень красивый. И рисунок мне нравится. И надпись здесь красивая, переливается с блесками золотыми. И корона. За 160 рублей это просто отличная кофточка. Далее толстовка краски лета, размер 128. Толстовка тепленькая, хорошо тоже сшита, молния хорошо работает, вот такая вот расцветка, такая здесь внутри мягкая, тепленькая ткань. А цена серой толстовки 400 рублей, и следующий джемпер для девочки, это размер 122 пушистик, вот с такой милой, замечательной кисулей, розовый джемпер за 260 рублей всего, это просто супер цена. Тоже мне нравится качество, и мягкое, и приятное на ощупь, сшито хорошо. Строчки я уже посмотрела, везде ровные, вы можете сами даже посмотреть, как все это сшито, очень даже аккуратно. Далее вот такая пижамка. Какая она миленькая, такая приятная, вообще супер, мне очень понравилась. Вот с такими милейшими просто зайками, с обратной стороны. Вот так вот, красота. Просто мне очень нравится. Здесь такие ровные, красивые строчки. И внизу, и наверху. Плюс здесь на лямках бантики. Такие вот. Ну, просто прелесть. Олесе будет очень рада. Она придет из садика, и мы это, возможно, примерим. И стоимость этой пижамки всего лишь 160 рублей. Далее погнали. Вот такие трусишки беленькие. Кстати, классные, за 60 рублей, вот с такими сердечками, то есть тут даже строчки ровные, ну то есть качественно сшитые, я прям очень довольна заказом. Далее вот такая вот футболочка, размер 122, тутси называется, за 130 рублей всего. Кстати, тут сердечки такие розовые, прикольные, и рисунок,
И тут вот тоже с блесками эти сердечки, то есть очень красиво смотрится. Строчки здесь тоже ровненькие такие. Далее вот такая водолазка с очень красивым кружевом. Сейчас поближе покажу. И вот такая юбка клеш черная. Это я заказала уже для школы. Олеся у меня пойдет в первый класс 1 сентября. Водолазка эта тонкая. Вот с таким красивым кружевом. Мне очень нравится. Прям супер. Водолазка 230 рублей, юбочка 200. Вообще отличная цена. Юбка такая, но юбка самая обычная. Юбка клеш у меня размер 122. Олеся придет, мы примерим. И все, на этом детская одежда закончилась. И сейчас я вам покажу, что я для себя заказала. Домашние костюмчики. Вот такой вот заказала. Домашний трикотаж Мариша. Вот сайт babymod.ru. А, это спортивный костюм на размер 48. Сейчас открою и покажу вам. Вот такой домашний спортивный костюмчик. Мне кажется, мне будет даже великоват он. Ну, я примерю тогда и потом уже в конце видео покажу. Так, строчки ровные, расцветка приятная, такая нежная. Ну, в принципе, хороший такой домашний костюмчик. И вот такие вот штанишки. Цена костюма 611 рублей. И еще я заказала вот такие вот носочки себе. Вот такие носочки спортивные. 60 рублей. Что тут написано? Носки женские. Размер 23-25. Повышенная плотность. Так, наверное, они мне будут маленькие. Носки классные, но они мне маловаты. Я померила уже. У меня вообще 41 размер ноги. Они, мне кажется, до 37. А написано 23-25. Не знаю, странно как-то. Но вообще, очень хорошие носочки. Такие мягонькие. Конечно, очень жалко, что они мне не подошли. Далее, пижама. Сова. Что-то размер я заказала 50. Наверное, другого что ли не было. Наверное, будет большая. Сейчас посмотрим. Да, пижама большевата. Но, в принципе, вообще я люблю такую свободную одежду, особенно на сон. Стоимость этой пижамы 600 рублей. Конечно, жалко, что я промахнулась сама, наверное, с размером. А так, нормальная пижама. Заказала я себе вот такие вот женские брюки. 300 рублей. Ну, надо померить. Они очень тонкие. Для дома пойдут. На выход я бы их не одела, конечно, куда-то. Если только во двор, там, летом. Ну, не знаю, что-то как-то мне не очень они понравились. И себе я заказала вот такую кофточку. Называется «Барокко», 48 размер. Но я чувствую, она мне будет велика. Мне она совсем не понравилась именно по качеству. Она очень растягивается в разные стороны. И что-то как-то не совсем я ожидала лучшего. Итак, что хочу сказать в итоге. Детской одежды я осталась довольна, но вот со взрослой немного не повезло. То есть я недовольна этой кофточкой осталась. Минимальный заказ на этом сайте от 5000 рублей, но первый заказ можно сделать и от 3000. А также для моих зрителей будет промокод, я его сюда пропишу и также под видео оставлю. 5% скидка на первый заказ. Доставка транспортными компаниями либо почтой. И эта компания Мариша сотрудничает с организаторами совместных закупок и также с физическими лицами. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. И всем пока-пока. До скорых встреч. Вот этот костюмчик мне очень понравился. Классно.
смотрится. Она прям идеально подошла тебе по размерчику. Ну как тебе, Олесь?